Доброе утро. Девчонки нам завтрак приготовили. Смотрите, как. Молодцы какие. А мы с Васей вчера так поздно сидели. Фильм смотрели вдвоем. Ну, я потом уже где-то, наверное, к часу уснула. А Вася еще оставался. Девчонки-то рано легли, завтра же в школу. Потом сегодня раньше нас встали и завтрак приготовили. Вот этот продрос, он был вот такой, а стал вот такой. Тома хочет свой кактус поставить к себе. И перышко от кешки. Ну, поставь, да. Конечно, он в горшке, но ладно. Софикины брючки от костюма остались. Это нам грамоты давали. Сейчас выкину. Ну, это за дрифтинг. Зачем они нужны? Фотографии надо на место убрать. Так, сегодня будем... Мама, смотри. О, Дариночка, привет. Привет всем. Я его трогала. Он уже острый, колючий. Нет, он прикольный. Нет, он не колючий. Да? Нет, только наверху колючий. А так? Потом чешется. Ну, от него есть не надо. Тома тут уже в школу готовится. Мам, покажите, я тебе что сделать. Алена, нам распечатала, мы сделать. Так. Наша одежечка для уточки Лан-Фан-Фан. И вот сама уточка Лан-Фан-Фан, ее дочка. Сами делали, да? Да. В общем, смотрите, пришли нам вот такие короба. Белых не было. Сегодня будем у Тома тут прибирать. Лишнее все уберем. Мама, вот эту надо. Ее повешать хочу. Господи, боже мой. Мама, надо повешать. Ну какой же... надо повесить? Хотела выбросить, блин, зря к тебе зашла. Мама, это надо. Не выбросишь это. Вот ничего не дают выбрасывать. Тоже раскрашивают, вырезают, а да? А вчера бантимочку делали. Ага. Примеры решали. Ну, молодец. Да. Так, сегодня порядок у тебя буду наводить. Прости, как я тебя не буду больше трогать. Ты слышишь меня? Да. Что? Вот эти уберем, они сейчас не нужны тут. Угу. Они мне очень... Я с ними не играю. Ой, вот. Ты как тут один снял? Тут никто не спал, пусть пока так стоит. Может, на выходные Настя приедут, может, на старый Новый год. Девчонки тут что-то делают. Ты что, мне Новый год подарил? Всем привет. Всем привет. Я сделала арбузик, сердечко и вот эту надпись «Я люблю маму». Удобно, да, когда маленькие? Раз и закончил. Да. А когда большие, неудобно. Это а же они еще, смотрите. Подписано. Они в это... Коробочка. В коробочках, что да. Удобно. А очень. Я вот мам сделала. Угу. И вот сейчас сделаю. А коалу я еще в первый день сделала. Ну хорошо, хорошо. Ему на холоде-то нельзя. И около компьютера мам, надо ставить. А это тоже, да, это... Да, это наклейки. Мам, они прозрачные. Угу. Наклейки. Хорошо. Так, это я с улицы белье занесли. Мама. Вчера сейчас разберу. Вот это значит, что по-английски мама любит. Угу. И Санте любят, и я тебе. Конечно. Молодцы, девчонки, с утра заняты. Ну, время от времени читают. Кровати как могли заправили. Санечка, ты тут вытри и хомяка принеси обратно. Я сейчас буду это стирку ставить опять. Хорошо. Зато не в телефонах, зато чем-то заняты. Что случилось? Подарок хотим тебе поговорить. Да? Вот. Ух ты! Это ты хотела на Новый год маме подарить и забыла? Нет. Мы не хотели это на другой день мы хотели подарить. Ой, спасибо. Я почему. Умница моя. Мы с папой папа купил, мы подарили. От папы от меня это. Ой, ну спасибо.
Здесь кружка для кофе. Тома, Тома. С папой заморачивается, маме подарки дарят. Спасибо. Пожалуйста. Это Матвейкина, Софийкина, это потом. Там еще много чего. Все подсохнет, потом увезем. Пусть тут покажу. Спасибо большое. Знаете, яйца на улице стояли. Еще до Нового года покупали, прошлогодние, в общем. Мы решили их просто сварить. И наш ананас. Да, я вспомнила про него. Все про него забыли, он на улице валяется на холодной веранде. Боже, боже. Сейчас я его порежу, дети, может быть, поедят. У нас с утра дождь шел. Мы поехали с Васей в магазин. В основном за мясом. У меня ни курицы нет. Там свинина есть немножко. Но тоже сейчас купим и курицу, и свинину. Поехали. Настя писала, все хорошо у них, но намучилась, говорит, на этом диване. Завтра Софийку в садик и поедет смотреть кровать. Они с Димой посовещались и решили, что все-таки не диван, а кровать будут покупать. В общем, если завтра купят они, то поедем с Васей помогать. Сегодня она будет смотреть, завтра. Купили мы мясо. Здесь где-то 3,5 килограмма свинина. 2 килограмма фарша свинина-говядина. 3 грудки и 3 филе грудки. Вот теперь немножко мы с мясом. И здесь Тома вот такой чупа-чупс попросила. Уже выдула? Да. Нифига, как быстро. Так я с ней вместе, это наш любимый. Это Женя попросила на всех. У нас нет ни кетчупа, ни майонеза взяла. Семечки, пряники разные вот такие. Конфеты детям уже надоели. Взяли макароны, у нас совсем закончились. Помидоры, огурцы у нас еще много. И Дарина попросила отруби. Ну и себе от давления взяла. И Вася тут купил что-то такое. Такой с виноградом вкуснее. Да? Ну что-то с виноградом Вася не стал брать. И купила немножко бытовой химии. Тут для пола, гель для стирки, я люблю черный, для туалета. Доместос, это к соду и от плесени. Надо было для мытья полов. Я взяла, вон там сегодня будем обрабатывать, надеюсь. Все, вот такие. Женя, а побольше велосипеда не было? Есть, нет, тут. Мой сломанный. А почему твой сломанный? А что с ним случилось? Там цепка слетела. Опять? Только поворачивай, пожалуйста. Ну все, в магазин можно ехать, Жень. Да. В цирке медведи так выступают на маленьких велосипедиках. Так и ты. Не хочу. Да, я обросла летом, Алина, только весной будем только Алина, подстригать. Давай, опа, девчонкам надоело дома сидеть. На улицу пошли. Одна Тома там с папой крутится. Они там убирают, где черный у нас около входа. Симка. На улице у нас тепло, хорошо. Да, Нолик. Вот Нолик, а Тишка побежал туда куда-то. Нолик. Симка, вон Симка боится, он дрожит. Он из-за Симки спрятался, понятно. Из-за тайки. Смотри, куда недалеко уехали. Ага. Да. Уже, кстати, можно семена сажать. Да. Я посмотрела, некоторые уже начинают блогеры сажать. Радуйтесь. Уже через 2 дня -2, потом -7. Сейчас разговаривала с Леной, с младшей Васиной сестрой. Она мне показывала. У них снега. Я говорю, у вас снега, как в Тюхтете. Она говорит,
пришла, она с одной работы уволилась, на вторую устраивается. Говорит, пришла, ребятишки дома сидят, ну, тоже каникулы же у них. Двери, говорит, совсем замело, еле отгребла. Ну, ничего, все хорошо. Ребятишки учатся. В девятом, в десятом, они девять закончили, в десятом. Настя и Богдан в десятом. А Лера работает, как и дочка ее, Диана, в Польше. Лена устраивается. Вот знаете, как Антон экспедитором, только он развозит, а Лена будет складывать морозильные вот эти вот машины, продукцию. Но решила она уволиться, она работала где-то на паркетном заводе, что ли. Тяжело, говорит, уволилась. Зарплату что-то там уменьшили. Вот. Ну так, ничего, все хорошо. Печку топят. Поговорили. Долго мы с ней разговаривали. Вот. Говорит, к Паше ездила. Какие точки там? 4-го у его жены день рождения было, она ездила. В общем, все нормально. Да, не холодная уселась? Нормально. Нормально? Тоже целых полчаса поговорили. Пойду сейчас с курицей разделываться. Да, да, все уже, скоро зима у нас наступит. Ну, насчет снега выпадет, не знаю. Может быть, да. Вася тут все почистил. Мы обработали средства. Тут, похоже, у нас скоро сломается совсем. Да. Надо будет где-то новые искать. Сняли жалюзи, помыли их. Тут тоже все. Я пошла. Я под стол спряталась, папа сказала, я сейчас выкину попытывай. Она такая. Не торопись, спокойно рассказывай. Спокойно. Я сейчас выкину, говорит, на кухню. Она так, такая спряталась. Постель поправьте, девчонки. Где Саша? Так, мы у Томы потихоньку, полегоньку. Все разбираем, что тут. Ну, не все еще разобрали, конечно. Где-то что-то мы тут выбрасываем. Ну, уроки делали. Ну, конечно, мы уроки давно уже все сделали, но все равно делаем уроки. Сейчас в школу будем собираться. Еще не все, конечно, прибрали. Она тут время от времени что-то тут еще мастерит. Поэтому чуть попозже. Что там девчонки делают? Я тут Настя на все перестирываю. Дети, где Женя? Ага, постель надо поправить только немножко. Сейчас просто я сейчас просто подожду. Что там рисуешь? Ну, мы тут делаем вот такие у папы нашли. Мы сейчас их раскрасим, вот так вот соединим, будут сердечки. Сделаем из этих кулончики. Мы в ТикТоке такое видели. Не замораетесь? А, папу надо попросить, чтобы он нам прикрутил. А то видите, с какой лампой она сидит. У них есть нормальные лампы. Ага. Так, девчонки, вот все проверили. Подсохло, да? Прикручивать будешь обратно? Так, Вась, ты мясо разделал? Да. Женечка, так посуду снимаю. Да ты не бегай. Ладно, я сейчас мясо расфасую. Девчонки там пылесосят. У нас завтра дети идут в школу. Дарина 12-го, в пятницу, да. 11-го повезем ее. Вот. Ну, слава богу, день у нас прошел. А, отлично. Угу. Все, мы будем с вами прощаться. Всем пока-пока. Да, всем до завтра. Думаете, у нас Софии нет и у нас тихо? Смотри, что они делают, а? Они там подушками дерутся, орут на весь дом. Дети! Сторон тебя обижают. Дарь, папа, ты чего всех бьешь? Смотри еще, что мне сделать.
клево. Это не больно. Чего? Да, кстати, она мне так ужасно. Кого? Когда ты мне дверь защемила, вот так. Когда защемила? Рукой вот так. Оп! И у меня. Чего? Смотрите на вопрос задание. Да я вообще вешу же. Я вытащила задание, ты почитай. Да так, вы задание не доделали. Вы доделали. Они вообще не делали. Там было выучить стих Нового года. А я выучила и рассказала Деду Морозу 31 декабря. Ой, что так быстро говоришь? А я сказала всей семье на столе, когда будете... Что здесь написано? Приготовиться, помочь, приготовить нам еду. О, это будет хорошо, мама. Ой, доченька, успокаивайтесь, а. Успокаивайтесь, хватит. Как вечер, так они начинают с ума сходить. Ой-ой, только что дрались тут. Мама, скажи. Все, все, дети, успокаивайтесь, доченька. Старина, все, успокаивайтесь. Все, Санечка, говори всем пока еще раз. Всем пока-пока. Да, вот такой дурдом.